давай. Ну, снимай с паузы, я проставил уже, чтоб прыгали. И сколько у тебя получается? 13? 13800. На эту залупу, ну давай. А сколько у него хп? А у него хп не написано. Сейчас увидим. Там не, а что тебе, эта планета, на 14 слотов нужна, что ли? Да, блять, я злопамятный, он меня сожрал в начале игры планету. И к тому же у меня там квестик. Ну полетел он на тебя, сейчас он тебе пизды даст. Я поржу. А, забавно, кстати, 13, было 13 тысяч, стало 12. Ну и ты ему что-то не очень сильно дамаживаешь. Не-не, вон пошёл. Паузу. Наносимый урон. А, у него. Урон в битве. Всего 2100 у него, что ли? Это броня. А, 55%. 56. А он восстанавливается, что ли? Ну, ты а еще. А у вас тоже солнце стреляет? Да. Я не понимаю, как это, блядь. Че, лучами какими-то, блядь. Броню я ему снял. Ты ему щит снял. Броню, щит синий. Броня красный, здоровье зеленый. Где вы ему хп посмотрели? Вот сейчас хп пойдет. Что там, блять? А, у тебя 5000 осталось. Ха-ха-ха, проебал весь лоб. Ну, лох получается. Я тебе говорил. Нет, я, конечно, знал, что Левиафана мощный, но не настолько же, блядь. Ты его не затащишь же, блядь, пизда. Я летал их убивать, куда на концовочку. Цени. Ну и чё, ты процентов 15 ему снял хпшки. 25. Ой, чё, это ни о чём. Ну сейчас остановлюсь и ещё, блядь, пойду разок его хуярить. Чё, блядь? Ты пусть восстанавливается? Он сейчас похиляется, ага. И ты поймал дважды флот. Да, я ему снял 25%. Именно жизни. Умён, блядь, Дима, ты умён, конечно. Да я думал, он послабее будет. Ну всё, загружу. Хорошие плюшки слишком дает. Так, все, с паузы снимаем? Да. Ты надеюсь, там не летишь, Дима, к этому опять? Это мало не, он на базу летит. Бля, опять минус 7 стало, и что? Чего, 10 армии? А, у меня колонизация пошла. Понятно. Так, а, я ж еще хотел кое-что. Дима, строитель. Ага. 22 нужно. С кем еще можно поссориться? Вы кто такие? Искатели спириталисты. Нейтралитет. Блять, не падай! Сука! Вилка упала на землю, теперь ей нельзя есть. Что делать? Так, а этому петуху я могу соперничество? Видите, уже есть. Либо она легкая миска не удержала, блядь, вилку нахуй. Так, а вам? Союз отпиздюливания. Сейчас заметил. Да, я хотел это посылать хотел. Смотри, в союзе отпиздюливания стоит.
Блин, не смешно. Зачем ты двух послов, кстати, послал? А, я не знаю. Я трех послал. Я не знаю, нахрен. А, четырех, блин. Куда? Ну, в этот... Федерацию. А, да нет. Тут, смотрю, у негров два, у нас с тобой по одному послу. Да? И тут, на самом деле, всего четыре. А, все четыре. И, на самом деле, хватило бы по одному, то есть... Не требуется так много. Ты похуй, на самом деле. Вообще. А еще, кстати, можно сменить тип этого федерации. В смысле? Ви, ты ж у нас президент, да? Да, поменять президента. Так можно там как-то сменить? Он сам меняется со временем. И че, как тип изменить? Нажми на федерацию. Угу. Слева от союза опиздюливания видишь значок федерации? Ну да. Нажми на него. Ага. Там есть Галактический союз, торговая лига, гегемония, научное содружество, есть военный такой, альянс. Да, да, да. Если никто не против, я бы хотел выбрать этот торговую лигу. Тогда плюшки немного другие будут. У меня был один. Не получится, не выбирается она, засвечена. Требуется форма проявления карпократии или гражданская модель торговой единицы. Тут скорее я почему просил, я не могу выбирать научное содружество и военный альянс. Если хотите, можете их выбрать. Но я тоже не могу военный альянс. Если не хотите, то как бы я торговую сейчас предложу. Не хотите, как хотите. Ради бога, я сейчас похуй. Главное, чтобы у меня минусов не пошло после этого. Кач заново пойдет. А в остальном. Быстрее скорость, кстати. Нельзя? Ну давайте. А президентом надо быть, окей, тогда. О, я объединил теперь свою ту самую территорию. Тебе вон там еще объединить надо. Давайте строить теперь всю хуйню. А ты. Я захватил то. Смотри там, сколько на научных этих всякой хуйни, да? Заново целостность восстанавливаешь. Бля, обидно с шардом. Значит, надо потерпеть немного. Там все-таки ебнуть его. Да, мы потом здесь сейчас отобьем территории мне. Я это самое, по энергии хоть это буду более-менее. Ну, если это зеро, оно у меня. О, слушай, он скачнулся. Да, я знаю. Святые должности. Но я сейчас потом сменю на торговую. Федеральный атташе. Че он хочет? Опа! А кто с кем? Нам войну объявили. Объявила войну. Этот петух нам объявил войну. О, пизда ему, похуй. Так, он летит ко мне, пацаны. Я не это. А, ну все, понеслась, короче, третья. О, я могу военную цель указать. А я могу? Бля, мои пацаны тут. Унизили. Ну, короче, понеслась, они сами объявили. Бля, я выезжаю. И могу сразу капитулировать. Так, я тогда флоты сейчас это отвожу, пока, потому что я аж не затащил один ход. А сколько у них летит, смотрите, у них летит... А я притязание могу сейчас сделать? Жалко, они да ну ёб твою мать! Ну ладно. У них летит 15 косарей вообще летит их. Ну да. Я собрал, сейчас скажу. 13 я собрал. Я ну, начну, короче, с этого. Плюс Диме, насколько Диме? Тут тоже 12, по-моему, было. 13, 20. Да. Ну и там еще 2700 вон снизу, которые справа будут летать. Ну, нормас. В общем, надо где-то собраться, пацаны. Ну, я сначала вот сюда полечу. Как вторым флотом. Куда? Да справа вот это полечу. Тут хуярить. Так, ну я пока улетаю. А, бля, как мне улететь теперь? К тебе я 13-тысячным прилечу вот сюда. Мне надо как-то улететь отсюда. В Эльнаре. Ёбну у мелких союзников этого гамадрилы. И я дальше цепанусь и ебитесь с вами. Вот. Это мой план. А этот не воюет, что ли, просто? Какой? Аля, да, не воюет. Получается, голубой воюет и этот.
А, кстати, это классно. А тут не воюют, которые территории новые. Оба не воюют. Ни рогатый, ни этот. Да, и рогатый не воюют. Бля, вот это плохо. Мне бы как раз вот с моей территории джать, там с планетами нужно. Нажмем еще. Ну ладно. Да, не билку бы помыть. Вы долго еще на паузе будете? Не, я все, давай с ним снимаем. Так просто на короткую. И тебе нужно убежать от него, этого петуха. Он пошел сразу захваты. Технология с аренда. Сейчас мы ему это самое. О, ебанем. Плюс один посол. Только надо с паузы сняться, чтобы у меня он появился. Сейчас. Блять, так не вовремя я ресатрон изобрел. Заебись технологии. Не, вернусь, я ресатроны новые поставлю. Сначала вас спрашиваю, потом буду продаваться. Вам еда нужна? А, да, мне кинь 6. Нужна. Мне 6 тысяч кинь. Я даже продам ее сейчас. Куплю сплавов. 10 не влезет? 10 нет. А, хотя подожди, влезет. Давай 10. Могу тебе ежемесячно дать сотку. Чтоб ты гарантировал. Да, нет, да давай по полтос ежемесячно. И давай десятку кидай, и полтос ежемесячно. Десятку я дал. Мне просто не влезет, у меня 23 тысячи. Ой, блядь, чуть тебе 265 не въебал на ежемесячно. Это чищу. Надо хуя лет, короче. Так, Кирюх, тебе надо еда? Ну, если у тебя лишняя... Она мне вообще-то не нужна, конечно, но так-то... Как у меня еда лишняя. Много лишней еды. Ну, 10 тысяч можешь кинуть. А чё ты не продаешь? Ну, как бы у меня и денег, в принципе, сейчас хватает. У меня плюс 131 вход. Ну, купи тогда этих сплавов, сделай кораблей. А десятку. Корабли я делаю, все нормально. Не понял, как я слил. Куда мои 2700 делись? Я ж напал на дву. А, блять, вот они. Смотри, вы что, ебанаты, что ли? Не ебанись там. У него, да, в принципе, у него армии и нету вроде, я не вижу. Да нету, там по 200 этих кораблики. Я о станции убился. Че, весь флот потерял, что ли? Да второй, который у меня дополнительный. Ты молодец, конечно. Бля, мне походу третий флот надо делать. А куда он съебался? А, он назад отступил. 16 косарей. Пришел такой, ладно, уебал. Съебался. Ну так можно будет, интересно. Так, а где мой этот? Так, эти не нужны. Флоты, вот. Ну, ты куда летишь? Флоты. О, теперь у меня 5 послов. Так, куда я еще закину посла? У этого пидораса у меня есть филиал? Нету. А, блять, мне гений стали сознания, ему нельзя филиал. Вот этой вот хуйня филиал кинем. Давайте мне 2 эсминца еще сделаем. Что-то мне летит какой-то еще пес. Построение крейсеров. Я попытался присоединить кораблю, короче, блять, которого не присоединяется ни к чему. Корабли через этот, через менюшку, и теперь у меня висит, блядь, забаганные корабли, в этом вопросик написан на них, блядь. И что делать, блядь, они теперь вечно будут висеть? А где, покажи? Или это в менюшке тебе? Ну, в менюшке, блин. Не, ну они летают-то хоть там. Да хуй знает, летают они, не летают, блядь. Вот хуйня, блядь, пиздец. А можно их как-то удалить, нет? Ну это надо, может, с паузы снять. Поэтому это... Э!
Кстати, было бы неплохо, думаю. Да не, они не пролетят, мне кажется. Давай я их удалю лучше. Пусть. Они отдельными флотами сразу сделались, короче. Сейчас я их разберусь. Блять, опять беженцы летят, да сука! Заебали. Примитивно. Начинается, короче. Такие, ооо, понеслась. Так, сейчас. Ждите, чуваки. Ждем. Причем они вот отсюда летят, блять, беженцы. Вот отсюда, блять, как нахуя? Ну там, наверное, тоже ураганит кто-нибудь воюет. Да нет, в том-то и дело, что у него там вообще тишина и спокойствие. Да не скажи, вон смотри. А это кто это? Изоляционный ксен... Ага. Является целью для повода для войны. Ладно, я отжимаю. Имеет повод к войне с государством. Да он совсем, по-моему, а это изоляционисты. Совсем хотят воевать. Но он не хотит. Он не хочет воевать, но у него такая политика, что в случае чего надо буянить. У тебя там, кстати, он вот сюда пошел. Где? А, это этот. Это я его потом распидорасил. Блин, а, эти чинились просто. Сейчас я тут можно даже... А, ну мне нужно этих самых... Так. На рынок. На рынок. Чё, а, куда мне лететь? На синего или... Или к тебе, к них, к роидам? Я, короче, на твою четверку цепляюсь, и похуй. В смысле? Ты лучше за Кирюха цепляйся пока. 15 тысяч я, похоже, собрал. 16. Сейчас доапгрейдится последними новыми пушками. Так. 2 по 7700, короче. У меня еще 400 корабль. Сейчас я еще, правда, сделаю, короче. Отдать. Я сейчас тоже сплавов куплю. Ох ты, он летит. Опять пес. Он летит. А мои улетели, слава богу. Что такое? Доступна активная реликвия. Ну, значит, реликвию где-то находил. И не юзаешь все это время. Подождите паузу. Да, все норм, я все равно торговые станции тут расставляю. Это чуть забыл. А где реликвии, смотрите, не понял. Бля. Политика. Ты вообще не слышал, да? Традиции и реликвии. А, вот они, реликвии. Да, есть реликвия стоимость 150. А, 150. 150 это влияние. А что за реликвия? Не, стоимость активации. Вультаминский перфоратор реальности. Использование благ поселения минус 10%. А, заебись. Полезная штука. Не хватает мне это самое. Блага это товары массового спроса, то, что он будет. Они его жрать будут меньше. То это весьма полезно. У меня второй что-то забагался. Вот. Так, тут ничего больше не строится наверх. Нет, не строится. Хорошо. Так, дайте на рынке, подождите. Отвлекает. Так, купить. Все, поехали. Так, я пока сваливаю, потому что я не потяну в любом случае. У него 17. А-а-а, пацаны. А, не, подожди. А, у него 17 и 14... Что у него 17-14? У него 2 флота. Тело у него 7000 рядом со мной. Подождите, пацаны, зацените. У него тут вот. У него 17-14 флоты. С чем-то получится, да? Вот так. Ну, в мой флот там еще летят. Ну, сука, мощно. Собираемся все, короче, в точку. Ты видишь, где мы шли? Да, я туда и лечу, сейчас. Я там уже тусуюсь. Моя двенашка зацеплена за Виксовых. Так что он всегда с вами. Окей. А к нему еще там дотекания будут идти. А двенашка это твой максимум? Нет. Туда еще собираются. Я же говорю, дотекания еще будут.
Так, крейсер. Модный центр, заебись. Скорострельность плюс 5%, это хорошо. Он захватил. Да, станция, конечно, ему урон особо не нанесла. Да, станция сейчас вообще хоть что сделает. Как бы, сука, указов увеличить количество. Цепляй за мной, Шрикшель, своих. Давай. Только смотри, как обычно. Не забывай, что они не очень скоростные. Это опять будет. Мои силы. А, сейчас подожди еще. 5 сек. An enemy presence makes itself felt. Стоп, пацаном, хуяк. Soldiers have landed. О, я свою броню еще увеличил за счет этих. О, они летят сюда, чуваки. 14 тысяч один летит сюда. Ну а сейчас за ним второй скаканет, наверное, да? Не, о, слушай, его как раз поймать. Ко мне быстрее. Я за тебя зацепился. А что там еще летит? Это Димина или что это такое? 7 тысяч, 2 стака по 7. Или он за тобой прицепил. Не мои. Лети ко мне, Шурик. Ну, а он, мои, я зацепился. Ты стоишь на месте, я вижу. А как, чьи-то 15 тысяч Димина, что ли? Блять, ты выяснять будешь, нахуй? Давай паузу поставим. Да, мои 15. Блять, я же говорю, там подумайте, что происходит, сейчас посмотрите. Если, блять, они за тобой летят, значит, мои. Блять, Дима... Шанс выпустили, блять, пока разбирались, кто там, блять, что там делает. Я ничего не разбирался. Я зацепил за туда, и все. Я думал... Ты на месте стоишь в своей системе, ты никуда не летишь, понимаешь? Потому что пауза. Потому что ты до этого не летел, блядь. Потому что подцепился за Дима. Я думал, это твои, это Димины. Я еще минут 10 назад сказал, зацепился за Виксовых. Сейчас они стоят, ничего не делают, блядь. Там же пауза. Я сжал, вроде, блядь. Летят они. Да, вот этот мой 15700. Ну, в том-то и дело. Ну ты всех собрался, Дима? Еще будут? Плоты какие-то. Ну, сюда-то текание еще идет. 2700. Второй у меня еще справа будет слетать. Так, сколько у меня надо посчитать? У меня 7,6. Это сколько получается? Это 16, наверное. 17 тоже. И у Димы. А у Димы сколько там? 15. Тоже 15. Плюс твои, да, еще чуть-чуть. Сколько? 8. Ну, по-технически мы его бьем, то есть. Да, технически мне надо лететь на него. При 200 у меня еще с другой стороны летает. У нас чуть больше, чем у него. Ну, поехали. Ну, я своих увеличил за счет этих указов. Усилил. Угу. Ну, я прилетел. У меня летучие боеприпасы, летучие взрывчатки, летучая реактивная броня. Понимаете, сейчас будет генералку убивать. Шурик, сохранись. Так, если догоните. Да, он сейчас, да, будет теперь это... Так это, блядь, зарули теперь 2900. Керрихи напрыгнули. Дима, ты за мной присоедини, не за Шуриком, он медленно летает. Да. За моим главным. Повесил на 7900, который. В этом станции у тебя 15 тысяч. Угу. Я начал прокачивать собака. Но на ней, кстати, если что, можно будет починиться. Ебануться, я станцию вынести все никак не могу справа. Помедленно. Я уже туда 3000 привел, все равно сука убилась об станцию. Ладно, мы не гордые, блять. Сейчас накуплю еще, доведу его до 5000 и точно выебу. Так, продать. Ну сколько у нас, Шурик, как думаешь? Иду. Считай все войска. Продать минералы. Прыгать нам на этого петуха. Ну, может сохраниться и прыгнуть. Давай, сохраняйся еще раз. Так, на 13. И прыгай. Давай, попробуем его втащить. Сейчас, получается 20 у него, 20, а не 30. У Димы 17, короче, у меня... Ну, у меня 8 плюс 8, это 16. Еще какая-то хуйня. А что там уже 16 стало?
Ну, почти 17. 16. Ну, давайте, я... Так, подожди. 16, и у Шурика 7, где-то, наверное, 7. 14, 20, 30. 31. И у меня сколько? 7. 37. Против 32. 37 против 32, да? Да, или сколько? А, нет, даже... Хотя, нет, да, 32, там, ну, 30, почти 33. Ну, ты 33, да, против 33. Ну, давайте попробуем. По идее, должны вытянуть. Ну, по идее, да. Цепляйтесь за меня. Ну, зацеплены. Ты только не спеши, Кирюха, ты подлети к этим, к прыжку. Подожди, пока Викса выйдет, да, ползу. Да, а то иначе тогда... И не прыгай. Да. И прыгай не в саму систему прям, а на край. Выбери там, чтобы прыгнуть. Понятно. Тогда да, тогда мы влетим, и что ваши влетят тогда с Димой. А мои как раз будут на подхвате и добьют. У меня там ракетные крейсера, этими ракетами будут стрелять еще, и что далеко. Ебаш. Так, я прицепил, все нормально, летят. Да. Вот тут, да, стой, собираемся, чтобы для прыжка максимально. Блин, твои уже прыгнули, что ли? День. А, ебать, них дальность, короче. Ебать, вот это мы и просрали. А вот. Никак по-другому нельзя было, они сразу стрелять начали. Ну, пошла заруба, не знаю, сейчас посмотрим. А я смотрю, там уже он веселятся. Не, мои подлетели, нормас. Ну, его уже до 8, до 7 тысяч скинули. Мы, конечно, потеряли. Замес пошел, блять. Ну это вообще что-то летает люто. До 7. Флит лост мне. Ну мы тащим, пацаны. Ну, блять, там уже 4 уровень кораблей. Победа получается. Нормас затащили. Конечно, просадочки есть. В смысле, конечно, есть. У меня там половина флота, считай, исчезла. Да, у меня тут так же. О, я возвращаюсь на некроида починиться. Да-да-да. Возвращайтесь, там у меня два стояночных места, как раз можно два флота сочиниться. Ну, нормас. Нормас, поздравляю, пацаны, мы его гоп-стопнули. Теперь, если он будет, ну он сейчас будет это самое. А ты если думаешь, что мы его разбили, вы ошибаетесь. Сейчас это за секунду все реснется, блядь. У него уже здесь 7 тысяч летит. А, у него уже петарик летит. Не 7, а 13. Больше даже. Вон, смотри, еще собираются. Да. Некроид починилась станция. Сколько там верфей? Хватит всех отчинить? Нет, это там, а там верфь одна. Это плохо. Мои уже чинятся. Мои успели. А мои тоже, кстати, чинятся. Ну, там два стояночных места. Это оно? Хватит? Нет, верфи нужно, чтобы чинить. Так, ну и пополнение сразу делают, эти ткани будут. Перефитим на верфи. Да, я тоже. Плюс я там второй флот опять восстанавливаю. Я заебался эту станцию штурмовать. А там у этого тоже 2000 собирается, кстати. Дима, аккуратно смотри. Да, ну, как собирается. Уже лучше, чем 0. Да. О, мои починились. Мои нет. Правда, у меня сколько-то и тысячи. Мы не слышали. Какие-то щиты изучаем. Да, мои починились тоже. Ну-ка, перфититься я тут не смогу. Окей. Так, на кого мне цепляться? За Кирилл. На 5900 цепляюсь. Да, блядь. Я на 11 цепанулся. Чьи 11? Твои? Да. А, то есть у тебя цепанулся. P5900 это ты на моих цепанулся. На 6700 цепляйся. Понял. Ну не особо я и потерял. Так-то по 1500 потерял я в силе. Но я шестерку минимум проебал. Ну поехали дальше так же, короче. Увеличим-ка предел управляемости. Сколько у него там сидит сейчас? Ох, у него опять 17. 17.
Я тебе говорю, у них есть магическая способность водить почти весь флот от поражения. То есть, если ты играешь, когда тебя флот разбили, то тебя там, блядь, или вообще разобьют в ноль. Или не останется ничего, короче. А у них нормально, блядь, только нахуй. Разбиваешь раз за разом, у него с ниоткуда снова берутся, блядь, эти войска, нахуй. Сохранился, Шурик, после победы. Так, сейчас, подождите. Дайте сохранюсь, да. Сейчас влетим. Все, блядь, все нахуй на этом пускаем, нахуй, на. Все, поехали. На дотекание, как говорится. Так, а где мои эти самые? Опять пошла. 18 тысяч, 19. Да ты, блядь, заебал, Гандон. Ебать, он... Там еще подходит, подвел косаря его. Пока тянем. Пока у нас тут больше 20 тысяч. Блядь, он какой-то, блядь, по 400 уводит, сука. Угу. Там станция, ебать, станция на 7... На 7 тысяч. Может, станцию захватить, на ней стать? Ну да, кстати, можно было бы. Папа, пока никого нету. А у тебя на некроидах высадишь, что ли? Да, сейчас туда летит уже, пацаны. Ебать, там пачки окей. Летают по полторы, блядь. Причем он на оба высадился, и на среду обитания, и на... Да, эх! А что, ты только его напрямую принял, а что ты так, через эту? Да я бачкую, блядь. Ну давай, я прыгну. Ну подожди, там еще не подлетели флоты-то. Ну давай, я стану здесь. Вон мои, как обычно, тянутся. В системе. А, кстати, если закрепиться в этой... На этой базе, где... Вот, куда вы хотите прыгать, то будет весьма заебись. Бля, там уже прыгает. А узкая горушка такой весьма. Хотя там еще слева подходит один. Вот тут. Да, 700. Блять, эти пачки, которые из ниоткуда рожают, блять, пиздец. Я рот-то ебал, нахуй. Уже для 19400, блять. Ну ты пидор, чувак, блять. Куда у тебя такая хуйня, блять? Все, там съехались, нахуй. Нет, блять, нажмись, нахуй. Ну, типа, да. Можно это. Нам 19 тысяч не прыгнули, блядь. 19 прыгнет, будет хуёво, блядь. А чё он сейчас делает, подожди, 19 тысяч эти? Стоят. Да, ну там получается сколько? 1003 плюс станция. Сейчас если разъебём и станем, там вообще будет топчик. Если он прыгнет, вообще будет вообще огонь. Так, пошла заруба. А он, кстати, напал не на меня в этот раз, а на Диму. Диме войну объявил. Видишь, Димина иконка. Вылезла. Зацените. Блять, опять губернатор, сука, тормоз. Физические заводы. Где ты, блять? Так, уволить нахуй. Нанять нового. Надо бы сейчас топнуть экономикой заняться. Там, вот, развитие встало из-за этой войны. Дима, надо наращивать, нам не хватает. Да сейчас вот там, захватим и тормознем, я... Кстати, я и занимался. О, вот 4400, мне теперь хватит, чтобы не захватить эту ебаную станцию. Ой, на ней можно будет починиться. Отлично, пацаны, чинимся. А что там, чана стала твоя, Шрик? Там есть эти заводы по починке? Так, сейчас посмотрим, да, она моя стала. А, заводов нету, ну тут одна верфь. И у него, блядь, куча арты. Он пытается, мой лично флот пытается вниз прыгнуть. Он не хочет тут чиниться. Сохранись, Шурик, он откатился. Тихо. Что? Все, зацепился обратно. Дима, блядь, сохрани, не надо перебивать, дайте. Сохранись, важно. Я сохранился. Сейчас я прыгнул, назад откатился своим 19-19. А, заебись, да, давай. И попробуем вылазку вперед сделать. Да. И мелкие его отряды надо хуесосить, пока есть возможность. Как же немедленно летят, сука.
Блять, откуда у него столько войск? Еще 4000, блять. Ты что, серьезный, нахуй? Ты, блядь, откуда ты эти, блять, орды берешь, нахуй, сука? Так, какая у этого пидорас там экономика, я просто хочу понять, блядь. Да у него-то там пиздец, сколько войска еще на других этих самых секторах там по два косаря стоят. Бля, если его разбить, вот эти вот сектора у него захватить, то будет заебись, кстати, пацаны. Так мы этим занимаемся. Все, он отпрыгнул, да? Да, он уходит, он собирается у своего этого самого. В принципе, я не знаю, вот так, пауза. Есть где починиться? Можно пачкой это долетать и похуй сушить. Вернитесь идти обратно, давайте починимся. Ну, гамма драконисе можно починиться. Ну да. Там станция на 7К. Так, ну не, подождите, да, давайте паузу пока, дайте я тут. Да, давайте пока экономикой позанимаемся. Да! Да! Чё-то... Мне выпало микропроектирование. 21, блядь. Продать. Я наконец смогу починить номер кольца. Сейчас я куплю вот этих минералов. Так. А, у меня аж рабы есть. Ну-ка, где рынок? Рабы, нахуй. Рынок рабов. Где у меня рабы? А, продать рабов, похуй, откуда. Ты ушел. Поставить на рынок. Поставить на рынок. Где еще? О, 12 рабов. 11 станций. 15 станций. Так. Продает 166 торговых. Раса основателей на рынке рабов. Одно поселение расы ваших основателей. Это я продаю. А они, кстати, радиоактивные, да, у тебя такие-то? Это мир пустоши, они радиоактивные. Не, там радиация, значок такой. Ну да, это... Не, пустошь там это, кактус нарисован. Ты наведи на радиацию. Сейчас, подожди, напишу. Пустошенный мир будет написано. Кстати, там летит еще почти 25 тысяч. Ну не летит, это их погнали, они назад улетели туда. Так что все нормально. Так, я себе купил. Так, тут давайте на станции. Что тут можно на станции построить? Ничего нельзя построить. Так, я дотекание опять выбрал. Поэтому не могу построить. Еще я пойду на рынок продавать сейчас ресурсы. Так, а где мои этот самый десантура? Подождите, пацаны, десантура где? Ёбаный стыд. Ну лети сюда. Она сюда и не долетит, да, я так понимаю? Не долетит, должна долететь. Так, дотекание будет еще на 2500. Все, нормально. Так, а это пошел ураганить, да, значит, там? 3200. Ну, петух. Хочешь свои территории отжать. Так, ладно. Пускай отжимает. Крейсер. Хуяк. Что тебе снится? Крейсер Аврора, блять. Так, сейчас еще сделается несколько. Так, это нормас. Можно еще что-нибудь на рынке продать. Помимо рабов. Так, продать. Давайте. Ебать, у него там стоит, блядь. 1025, нахуй. Угу. Еще больше, блядь. Блядь, человека пизды дали, он только сильнее стал. Только компьютер, потому что в этой игре. Вот ты играешь в игру, тебе дают генерал, короче, разбивает, все, ты проиграл. Да. Ты не сможешь восстановить, у тебя нету просто, нахуй, ничего, блядь. А это то, блядь, одну пачку разбили, вторую, блядь. Ебаный хандикап, блядь. Блин, так ты пиздец. Честь сказать, мы каждый раз, когда получаем не слабых пиздюлей, в итоге вылезаем только сильнее. Когда я играл в одиночку, короче, когда меня разбивали, блядь, все, я проигрывал так просто. Потому что я не могу просто взять и сделать еще такой флот, у меня ресурсов нет. Только он может, блядь, из ниоткуда корабли рожать, короче. За секунду. Ресурс это еще и полбеды. Ну он сейчас состоит, он там что-то, блядь, сиськи мнет. Сейчас у меня еще флотик делается. Если, кстати, подождите, там еще 1005 прилетит к вам. Да-да, хорошо бы было, блядь. Да-да, давай тогда ждем в этом. Ой, дотекание на 2500 сделал. Смотрите, в той станции не оставайтесь, короче, которая перед нами. Все летит, чинится на эту станцию. Ну, моя с тобой прыгать сейчас и пролетел один починиться.
6300. А это еще, наверное, союзники его, да, летают какие-нибудь 100 путов. А, это, смотри, у него... Это он, получается... А, Кита Машины Флит. Next. Это не он. А, он Нексы. Next, да. А подожди. Значит, это его корабли. Да, это его корабли. А куда он прыгает? Он прыгает куда-то к нам. Ну, линкоры, крейсеры, эсминцы. Напал бы сейчас, это было бы очень хорошо. 19 косарей, да, если бы он один бы сразу влетел бы на нас, было бы очень даже неплохо. Ебать, он 19-19-ком прилетел, да? Угу. Так, моя P500 еще сейчас подлетит. Наши же флоты рядом находятся друг с другом? Ну, типа да, они в центре все. А, окей. Я просто сейчас покурить отошел. Около станции мои сейчас хиляются там. Я сейчас справа буду потихоньку захватывать их территории. Ебать там у него корабли, блять. Блять, ебать, он тащит 13, 19, 25, еб твою мать. Каких 25? 30. Блядь, я здесь что там сынам открыли рожи? Что за хуйня, блядь? Ты за 30-30 косарей, блядь. А может у него с другой стороны они висели? Да, рад за него, блядь. Откуда, блядь, на такой территории? У Кирюхи, у тебя территория, лянь какая, у Кирюхи. У него такая же. Не, ну я-то строю. Я сейчас закупил... За мной, вешайте всех. Сейчас, погоди, я на балконе. Так, сейчас, подожди. Вешаю за тобой. А, это Дими на 11. Один раз бить нереально, нахуй, блядь. У него все время каждый раз все больше и больше, блядь. А, сейчас, подожди-ка, я сейчас вот так вот сделаю. Опа. Все, один. Вы там отбиваете то, что он захватил там планеты? Так, тут там ты делал. Мне нечем только Диму может отбить. Ну, сейчас планеты у меня летят, этот флот. Сделай десантуру себе. На 7900 вешаю. Нет. Десантура летит. Сейчас отбить планеты. Там же нет обороны, там 500 хватит. Десантура летит, и плюс у меня еще крейсера, корветы делаются, эсминцы все эти. Так, ну все, отжимаю с паузы, да? Дима, прицепил? Да. И там, ты не забудьте, еще дотекания будут. Угу. О, торговые соглашения приняли. Ну так у меня есть тоже. Что-то нападает. Блин, моя десантура тормознула, сука. Не могут прилететь через станцию. Встал на черный берег, блядь, выблядок. Где мой корабль? Я уже открыл, взял. Стоит, нахуй. С кем у меня тогда торговые отношения? Сюда. Че, он назад улетел, да, получается? Хуя ты на черной дыре стоит. Давай, может, наверх слетаем, вот эту захватим пока. Давай. Главное, чтобы успеть. А, вон он. Он через низ полетел, петух. Внизу сейчас будет захватывать. А, он сейчас опять в некроиды прилетит, чуваки. Стопудов. Да? Летит? Да, вот он летит. Он сидит, пес. 20. А, ты 30-ки, да, своей. Да он не будет нападать, он будет так летать, как крыса, блядь. Ну, сейчас будет, да, эти сектора опять захватывать. Да он не будет нападать. Что, думаешь, он нападет? Да хуй там он нападет, блядь. Так, подождите паузу. И фабрика, кстати, чисто. Так, поехали. У тебя, Дима, много минералов? 5000. Я только что продавал много их. Дай мне минералов. Минералы. Сейчас возьмемся с этими 30 000. Мы 30 000 мы не потянем, по-моему.
Или потянем. Не, у нас 20, 24. Таня, дождитесь, и будет у вас. Во сколько у нас посчитаешь, Рик? Уже 12. Ну, у нас до 24. А у него тут сок. Ну, 24 плюс станции, если, тогда затащим. Блять, просто, мне кажется, он рожает их столько, сколько специально, блять. Чтобы было больше, чем у нас, блять, в любом случае, короче. Как это, блять, вот на один против троих воюет? Вы серьезно, блять? Где баланс-то, нахуй, сука? Как это вообще, блять, возможно? Ну, ладно, понимаю, я там раздроблен, там, вы просышь. Мне кажется, мы его не разобьем, блять. Ты имбарь какой-то ебаный, блять. Надо разделяться и все ему захватывать. Но он, блядь, проблема в том, что даже если мы ему все захватим, у него этот флот, он не исчезнет от того, что у него деньги кончатся. У него не могут кончиться деньги, блядь. У них не кончаются деньги, блядь. Он будет так с 30 тысячами летать, даже если у него 0 планет будет, блядь. Это же охуенная механика в этой игре, блядь. Блять, я тебе дал семинирау, тебе не могу построить частное, точнее, посольство свое корпоративное. Засада, брат. Хуйня ебаная, блядь. Кто на паузе-то? Кирюх? Да я не ставлю. Вообще паузу не ставлю. Мы же так сегодня не вылезаем, что ее ставить, это было не смогу. Ну этот пес пользуется этой лазейкой, что вот тут я не могу ничего построить, я рядом с этой Сугашей империей. Постоянно летает вот так-то вот. Мы не успеваем, короче. Все лазейки. Ему захватить вот эту вот, захватить и все, и просто его обрезать нахуй. Вот, подождите, паузу сейчас. Вот смотри, вот до сюда захватите, поставить станцию и все. И там флот поставить, и он ничего не сможет больше нам нихуя сделать. Ну, у тебя аж 3 точки соприкосновения с ними, чувак. Почему 3? Одна, вот она, смотри, вот она, одна точка будет. А, ты туда хочешь? Да, вот и всю территорию его отжать, и вот тут поставить базу, и все. И что он сделает? Ничего не сделает, никак не облетит. Через Угасу он не полетит. Там уже есть, кстати, там ее только улучшить надо будет. Сейчас, подождите, я хочу это поэтизание посмотреть, есть у меня? Да, у меня поэтизание на всю эту территорию, у меня поэтизание стоял. Да похоже на эту хуйню, блядь. Поэтизание, блядь, разбить бы его нахуй. Флот сначала, блядь. Это все хуйня, блядь. Да, ну флот, да, если бы разбить его, было бы вообще хуйничка. Лучше, короче. Куда он? А, он сейчас прыгнет, да, в некроиды. Ну, он успел, короче, мы не успели. Да. Плюс у нас тянется этот, блядь, шлейф ебаный, у него летает все в стак. Бля, если бы он хотя бы один отделил бы, бля, мы бы тогда вообще охуенно были. Обоссали бы. А, там да. Опять в некроидах один висит. О, у меня уж 13 тысяч, кстати. Ну, петух. Ха-ха, че только один мой прыгнул? Куда? А, блядь, чё он туда-сюда прыгает? Да я думал успеть. Пытаюсь подловить, блядь, чё он прыгнул. Блядь, заебал-то, раздели, сука, что тебе жалко, что ли, нахуй? Всё ты, блядь, на читах, нахуй, ёбаный рот, на хандикапе, блядь, столько собрал. Блядь, нормальный игрок никогда столько не собрал бы, блядь. Ещё 10 тысяч прилетел, чё, я не помню, он реорганайзит, что ли, или что? 10, 17, 8. Что это, блядь? А ты прыгаешь туда к нему, что ли? А, он улетает. О, слушай, у него 17 осталось. Я, блядь, туда-сюда скачу, блядь, пытаюсь забайть. А, у него 12 улетает, да, получается, 12 тысяч, а 17 остается. Поделил он. Не, ну слушай, он поделил. Я прыгаю. Как поделил? Блядь. Его подловили, видимо. Не-не-не. Он поделил. А он тот сейчас куда летит? Тот 10 тысяч улетает.
на наша... Наша братья сиганула. Ну чё, и пошла, пошла жара. А ты чё, все участвуют? Ну, мои вон они подлетают. 900-то. Мои там зацеплены, поэтому должны участвовать. Да. Я говорю, у него больше сейчас корабля, у него сохраняется всегда после боя. Меня это просто бесит, блядь. В чем смысл битвы, если они все отступают и чинятся потом, блядь? Да-да-да. Отлично. Так, ну и где его? Получается, у него на 12 тысяч улетели. Предложение мира. Кто? Статус-кво. Какой нахуй статус-кво, блять? Надо его отпиздить. Ну он же заебет, он будет все время кидать. Да. Я Виксу там территории немножко добавляю. Кстати, кинь-нибудь сюда притязание, если можешь. Куда? Кинь. Показ. Да. Сейчас, подожди, паузу. Так. Притязание. А что тут не могу кинуть? Куда? Покажи еще. Куда, Дима, кинуть? Ага. 125. И вот эту давай тоже у него отожмем. Нахуй. Так, сейчас подождите, пауза. Так, вот этих тех пацанов объединить в одну. А, ну давайте на маленькую скость. Он не может объединиться. Чего он не может? Так, полетели назад. Заебали одну какую-то, блять, хуйню показывают 20-й раз, блять, которая ничего не значит. Игра это заебала, блядь, ты хуйня. Я стоп, по принципу можно менять? Да я ебу. Ну я да. Бы сменил. Я ж не кроиды сменил, но я себе это раз и поделал. Не, именно с принципы. А, принципы, они как-то, блядь, меняют принципы. Что опять соберешь? Тут уже 40 будет, блядь. Да-да. Так, пойду захвачу станции. Я посмотрел, сколько у Гаши Империи 260 и 245, блядь, войска. Да-да-да-да. 265, охуеть просто. А, мой флотик еще жив, кстати. Даже не просадился еще. Десятка. Охуеть, у него уже... 15. Десятка летит, и там уже 17. Опять 20 у него. Охуенно, да? Сколько прошло? Минута, блять. Угу. Что за минуту рисает армию, блять. Ты можешь вот так тряснуть за минуту, типа, разбитость так? Так, в общем, мне нужно похилять армию немножко. Я лечу, вот там на этом похилимся, на гамме дракона. Ага. Мне похиляться и улучшиться можно даже. Верните Шурика, это столицу ему. Сейчас лети туда десантура. Буквально один прыжок им остался. Дима, а у тебя подкрепления есть какие-нибудь там? Подсылаешь? Ну, постоянно выбираю, чтобы новые были. Бля, там еще эту поураганил своей территории, поджал петух. Ну, это похуй на него. О, десантура прыгает, отлично. Сейчас десантура пойдет. Давайте уже 20 тысяч опять. 22 соединил, короче. У него еще одном стаке 22 тысячи может быть, блядь. Что там у него за уровень технологий, блядь? Я не знаю, нахуй, ёбаный. Один захватил? А, вот эту захватил. Просто пиздец, я хуею, блядь, реально. Так, десант. Десант. А чё не могу захватить? Еще там, блядь, ползет. Хуй знает. Хуй, блядь, 40 нахуй соберет. Вот как вот так проигрывать бои, короче, становится сильнее. Типа, ты проиграл, и каждый раз сильнее, блядь.
это вообще пиздец, блядь. Я хуей просто, блядь, с этой хуйни. Может тебе, Дима, стак собрать еще 5000 и там сзади все захватить пока, блядь. Но у меня летает тут 3900 с другой стороны. Что странно, я не могу почему-то армию высадить. А, не, высаживаю. Нам не удалось отразить вторжение. А, да, это похуй. Подождите, пацаны, паузу. Чё-то не могу понять. Почему у меня армия не высаживается? До среды питания моей не захватывает. Я полетел наверх, если что, короче. Ага. Захватить там вот или хир, короче. А, надо это выбрать, генерала. Лохир, блядь. Лохир заберешь, можно будет где-нибудь вот тут пока остаться. Или вот. У меня почему-то не высаживается, что за хуйня? Там мои ДТК не дойдут как раз. Чувак, откуда нам знать, что за хуйня сегодня? Продать 10 тысяч еды, купить... Давайте вот 2500. А, во, у тебя вот этот высаживается. Давайте вот так высадим. О, высадить войска, пошли. Опять мир предлагает. Да нахуй он идет. Петух. Ёбу планеты захватить, я не знаю. Экономика, наверное, его не разрушится. Блядь, ну, понимаете, он еще, сука, и этих, блядь, миллион, блядь, десантников настроил до кучи, блядь, этот выблядок. То есть он их просто так отдает, блядь. 22, 30 тысяч у него опять. 30 тысяч собрать, блядь, еще цветантиков и всех это, блядь, просирать нахуй и все время собирать заново, блядь. Это какой там уровень ресурсов нужен, блядь, я не знаю. Дима, прилети десантурой, захвати его планету, заебал он. Идарт. Блять, 20-32 тысячи. Так, ей захватил одну. Так, где еще десантура? Так, следу обитания нахуй захватывай. Еще как-то мощнее его есть, да? Так, отлично. Так, это кто у нас полетел? Тихо. Вот десяточка отъединилась. А, не, он 22, да, идет. Блядь. Пошла, усталость от войны. Сейчас я захвачу. Не 22, 32. Да я знаю. Так, бля, подождите, флоты. А у нас тут сколько? 12 моих. Армия. А, она и воюет. Так вот сделать. 27. А мы не вытянем. Ну как же, у нее же больше с каждым разом, понимаешь? У нас меньше, а у нее больше. То есть у нее ресурсы-то бесконечные. Сохрани, Шурик. Сейчас будет опять генерал, скорее всего. Попробуй в некроиды вернуться пока что. Да не, я, наверное, буду ловить на крепость. Ну, Шурика, кстати, я сканился. Делает на станции. Да, они это улучшаются и чинятся. Ну, они сейчас нужны. Сейчас я их тогда кину к вам. Сейчас я цепану за тебя. Чувак, ты 2000 высрал, блядь. Я цепанул их. Просто изи, нахуй, блядь. Все, сохранился, можете это пробовать. Скорее всего, загружаться будем. Он все еще предлагает мир. Отнять что-нибудь предлагает. Да на само а по миру что? Он забирает Тифим. Мы получаем 4 станции. Занях 3. Блять. Я, короче, это не выговорю нихуя. Тифим, а где Тифим такой? Что это такое? Хуй его знает, где это у тебя. Ебать ты, блять, крутой, конечно, чувак. Ебал. За мной все, я попытаюсь разбить его в его стандартной системе. Да.
20. Уверен, что ты хочешь к нему прыгать. А у меня есть выбор. Это десятка просто может вернуться. Может вернуться. Там. Да. Я рискую. Не, если получится, конечно, разбить их по очереди, то есть сначала вот эту 22, потом... Ну, десятка как... сразу. Че я прыгнул-то, блять? Все прыгнули, никто нет, не опоздал. Нет, мои опаздывают, как обычно. Или все нормально. Ну, не, все, они, да. Они на подхвате, летят. Я уже тысячу проел. По-моему, надо, блять, я не знаю, с ним мириться. 4000. Не, по идее, сейчас нормально будет. Да, нормально, сейчас виксы еще подлетят, и он огребет. 2000 виксов. Все, блять, разрулит. Ну, мы снулимся, конечно, от него, пиздец. Нормально, нормально, он уже, в принципе, сливается. Ну, у него еще десятка, блять. Сейчас надо будет закрепиться. Так, разбили. Я потерял 4000. Надо чиниться, короче. Подожди, а что там у него осталось? Может... А там что за станция, короче? Там у него это цитадель. Ой, не цитадель, а это... Станция. Я сколько охраны там с ним? Мало охраны. Можно рискнуть, пацаны. Я предлагаю прыгнуть. Я тоже предлагаю прыгнуть. Да, надо собраться на прыжке, прыгнуть, захватить и там починиться. Ну, то есть... И главное, чтобы... Да, но вы ее и хотите, кстати, на ней же остаться. Ну да, пока что. Есть. И тогда, может, будет спокойно дотиканьев собирать. Да, проблема в том, что эта сука, просто она, блядь, не перестанет собирать эти тридцатки, они бесконечные у нее, блядь. У него нет такого, что у него, блядь, кончатся сплавы, как у меня, типа. У него, блядь, декапные сплавы, блядь, из воздуха делают. Мне это всегда раздражало в этой хуйне, типа, блядь. Так, а где моя армия? А, нанимается. О, 10 тысяч, нихуя. Сохранись, Шурик, сейчас прям. Так, сейчас подождите. По паузу. Там его десятка из ниоткуда риснулась, чувак, в той системе. Блять. Она просто побитая прилетела, короче. Сейчас можно их накрыть побитую сразу, десятку еще раз ее разбить. Прикинь, мы вот разбили двадцатку, десятка ага. Выжила. 11 тысяч, блять. Ага, я уже он чинится, блять. А там вон еще десятка выше была. Вот тут. Ну чё, протонулись все? Нет, мамай, как обычно. Ну, в принципе. Затащите, мамай. А, не, он уёбал. Он улетает. Нормас. Мы, походу, не догоним. А чё, догнали? Да, догнали. Не догнали, он съебался. Улетел, мы станцию забираем. И на этой станции можно будет чиниться. Ты его на... Да. Подделай так, чтобы можно было. Бля, ну и же у него пятнаха уже там. Даже 16. 16. Сука, куда стоять? Стоять, бояться, деньги не прятать. Все, чинимся на этой станции. Там есть, интересно? Она Шурику отдалась? Есть там дверь? Так, Ви, вот тут не забудьтесь притязание сделать. Где? Я сейчас планету... У меня денег нету. А хотя бы даже нет. 20 опять собралось. Где Дима, еще раз покажи. Вот тут, сейчас планету захватывать буду. Так, сейчас подожди. Притязание. Да, сделал. Сколько у нас осталось? Так, читаем. У него уже там... Ага, ну да, у него уже двадцатка почти. Блять, почему учениться тут нельзя? Не, у нас нормально. 8, 5, 6. Так. У нас получается 13 плюс 6, 17 плюс 2. 18, 20. Ну где-то 22. Сейчас если починиться, успеть. Плюс станция, трешка. Ну, 23 и есть. А станцию главное, чтобы успела тоже починиться, потому что иначе она бесполезняк. И мы на ней даже чиниться не можем. Ну, а если я нажму починиться, сейчас куда она полетит, мои? А есть станции там, с эти, с верфи-то? Сейчас. Да, 4 верфи. Ну, на ней тогда стоим, пока не починимся. Пока до тиканья не починится. Бля, она улетает, мои, на починку туда. Ну, оставь пока. Присоедини ее и все к ней.
Нажми вручную, типа, присоединиться к станции, и все. Сейчас, подождите, а где, где это найти? Я так и делаю, я просто нажимаю вручную на каждый флот. А где, подожди, на флоте? Ну, на станцию на правую клавишу нажимают и... А, сделать... на станции. А, лучше флотилию. А, назначить постоянную базу. А я не могу, почему? Нужно превратить космическую базу в постоянно, только если она принадлежит нам или союзникам. А, не... Нет, надо просто на орбиту. Планету еще там забери. Выйти на орбиту. Давайте выйти на орбиту. Так, подожди, пацаны, пойду по спасцу.